Всем привет, игроки! Вы на канале Броника Про. И сегодня с вами Джон Рокер! Ху-ху-ху-ху! Сегодня мы играем в Ведьмака. Я установил все моды, какие только возможно тут установить. И еще сделал чит-коды. Да-да-да. И я уже приплыл на скеллиге. Сегодня будет день прикола. Мы будем всех мочить, летать и так далее. Вот у меня такая маска. Вот я такой волк. Золотой волк тут, понимаешь, да, развалился мой корабль на части. И мы теперь полетим. Полетим. Мы превращаемся в Дедлока. А играть за Дедлока тут очень весело, да, да. О, красотища, поднимаемся высоко. Уху! О, выше, чем валькирии эти летают, долбаны. Ого, как высоко. Я летаю голый, штаны мне не нужны. Похож я немного на Бэтмена. Еще выше подлетим. Максимально высоко подлетим, посмотрим на карту. Вот это понимаю, карту. О, высоко, высоко. Вот так Ведьмака намного веселее играть. Не то, что тут, как раньше. Даже можно полететь на вот тот замок, который в прошлый раз меня мочили, блин. Как тузика, блин. А сейчас я им пойду и накостыляю. Полетели туда. У-ху. У меня уже, короче, если кто хочет поинтересоваться, смотрим. Уже 100-й уровень. В рюкзаке у меня что там лежит? Так. Всякая лабуда, которая мне нафиг не нужна. А, подождите-кась. О, мой меч Ведьмака что-то у меня тут соскользнул. Вот, меч Геральта из Ривии. Смотрим урон. Смотрим, смотрим. Меч Геральта из Ривии. Геральта из Ривии. Стальное оружие 742, 908 урон. И обычный серебряный меч 981, 1199 урон. Так, ну и шмот, естественно. Шмот у меня от школы кота. Так, ну все, погнали дальше. Так. А, стоп. Умение. Умения у меня все тоже прокачаны. Так, смотрим. Вот тут я привязал к... Значит, к чему я к синему мотогену привязал 4 этих, плюс 15. А это к красному привязал там всякие. Например, вот. Увеличивает урон мощных атак на 25%. Проточков адреналина плюс 5%. Погнали. Сейчас долетим и замочим. Тихо, там в этом замке обитаем. Что можно сказать? Платва тут нафиг не нужна. Вот такая черная точка, там это пещера. Сейчас поиграем на этом скейте. Тоже не успел даже вступить одной ногой. Вот туда. Такой живет богатый хрен. Мы его и замочим. Вот я раньше шел по этой горе через лес. И вот тут я перелезал эту оградку. Вот тут перепрыгнул. Вот тут прям вот так вот низко. Приземляемся. Играю на джойстике Xbox. Так, погнали. О, тут кто-то кого-то замочил. Да. Красота, конечно, вообще ништяк. Так, давай вниз спустимся. Что там внизу? Вон там внизу ни шиша нету. Да, паутина какая-то ерунда. Тут что, не пролезть? Ага, пролезть. И что там летом в сундучке? Ну-ка. Ага, черт, мастер стальной меч школы кота. У меня не школа кота, у меня тут школы Ведьмака. Еще и еще и еще. Так. Вот так я понимаю, можно играть. Так, что тут у нас? Тут у нас закрыто. Используем. Всякая бухня, ничего не нужно вообще. Так, это что такое? А, открываем дверь. Калитку открываем, интересно, открылась? Открылась, все, отлично. Неинтересно, неинтересно. Так, дальше. Сейчас пойдем валить самого главного босса. Тут открылось тоже. Ну супер, что могу сказать? Так, что-то в мешке лежит, что там? У меня стоит мод на лут. Он автоматически собирает. Что такое моргает тут? А, это снег. Хорошо, смотри, как красиво блестит. Снежок-то. Так, дальше. Давай, погнали наверх. И будем там сейчас смочить главного босса. О, прошел, что ли? Как наверх подняться? Запутался что-то. Вот, вот сюда.
Тогда его лил, но жил минуты три и все, разваливался на запчасти. А сейчас посмотрим, как мы его накостыляем там. Подтыкаем сейчас. О, ничего себе, тут кого-то на жертве одели. Ужас, ужас, ужас. Так, постучимся. Есть кто дома? Получается, там. На. Ой, ты что, уже сдулся? Ой, как нехорошо. Ой, как нехорошо. Короче, всякое. Вот этот сундук я хотел взять. Взяли с него лут. И тут что посмотрим. Малый рунный камень. Перун. Глифквена шкура. Пойдет. Ну все. Полетели дальше. Я сам себе офигенная плотва. Вот так вот. Полетели на Кайр Трольди. Shift задерживает, летит долго. Значит, как пользуется этим ходом. Долго жмем Z, секунды две, он залетает. На вверх, значит, пробел. И смотрим. Этот мод можно найти. Называется мод Бэтмена или мод Дедлока. Летающий Геральт. И когда мы, чтобы опуститься, жмем контрол и у земли нажимаем Z. Он берет автоматически, приземляется. Вот такая вот вещь у нас. Так, посмотрим, что тут у нас дальше. Приземляемся. Приземляемся. Тут что-то у нас. Оп. Кстати, этот мод немного подглючивает. Если мы летим вот так вот. И не приземляясь вовремя, все попадаем за спрайтованные текстуры. И, короче, у нас меч дрыгается просто. Да, так, ладно. Пусть он отправляется к братцам. Уже он уплыл. Спасибо. Спасибо. Торжественная. Спасибо. Торжественная речь. Та-та-та, бла-бла-бла. И... Ух-ух, тутуру. Ты знала Брана? Да, хорошо. Да, ладно. Держит нас с невидимым мечом. Борка. Глюк мода. Ну, ничего страшного. Так, пойдешь со мной на пир. Не хочу идти на пир. Надоело. Пиры. Ну, что там дальше. Опять читаешь мои мысли. Ненавижу, когда ты читаешь мысли. Ничего. Тебе есть. Бла-бла-бла, бум-бум, тарага. Ты узнал? Ты когда-нибудь узнала? Не так давно на Артскеллиге. У меня предчувствие, что причиной всему была Цири. Образ Йеннифер. Они появятся, если я смогу Почему тебя не пускают? Скажем... Потому что не пускают. О. Отлично. Наперед. Надоело. Прохожу Ведьмака уже четвертый раз. Приземлился, а то пока не закончил окончательно. Сейчас это, может быть, покажу основной глюк. Отлично. Высоко за текстуры. Вообще вода. Наверх. И все. Фу, сохранились, слава богу. Никогда не сохранитесь в этом моде, иначе потом вы можете просто запороть часть своего прохождения. Я не знаю. Вот тут тоже красиво, понимаешь. Очень даже красиво. Продавать ничего не будем, покупать тоже не будем, можно поесть. В моде установлено автоматическое пополнение энергии. 20 минут аж. Аж 20 минут. Кто-то скажет, что, конечно, неинтересно так играть. А что я хочу сказать? Что вы проходить Ведьмака в четвертый раз вообще неинтересно. И всяких модов проходил. А вот сейчас... А, чё я туплю-то? Так, полетим. Еще как? Да. Зачем мне ходить пешком? Если можно просто полететь. Интересно, смогу пролететь в этом узком коридорчике? Через стекло. Куда лететь-то дальше? Вот так. Так, и что? Разбираемся прямо здесь. Приземлились. Сейчас опять бла-бла-бла. Так, смотрим вниз, и сейчас будет прыжок вверх. Так, если там есть вода. Подожди. И таким образом мы закончим сегодняшний обзор. Думай, куда идет. Геральт, прыжок вверх. Так, проходите, не мешайте. Прыжок вверх.
Смотри, уху. И мои дорогие друзья, простите, что так и он не сдох. Вы были на канале Броника Про, это был Джон Рокер. Играйте с модами, Ведьмака. Ха-ха! Джон Рокер. Да.